В День города около 120 юношей официально стали курсантами Академии гражданской защиты МЧС России. Это будущие пожарные спасатели, инженеры и гуманитарии. Поздравить их с этим событием, а также принять торжественную присягу, прибыло руководство министерства, генералы, представители администрации Химок и родители. Обращаясь к новобранцам, первый замглавы МЧС Александр Чуприян отметил, что юноши поклялись не только ведомству, но и всей стране, всему народу. Народ наш давно признал и полюбил форму МЧС, и поэтому носите ее с достоинством. Ибо немногочисленная история самого министерства вписала многочисленные подвиги наших же сотрудников, военнослужащих. Поздравил курсантов с принятием присяги и глава округа Дмитрий Волошин. Произнося слова торжественной клятвы, вы принимаете на себя ответственность служить своей стране и ее гражданам. Будьте достойными сотрудниками своего министерства. Желаю вам удачи. Поприветствовали новых сослуживцев и старшие курсанты. Организовали показательные выступления, в которых продемонстрировали навыки по проведению спасательных операций.